Ну давай, иди сюда. Иди сюда, я тебе ножичком. Тут еще будут. Блять. Сука, сука, блять. Эта тактика работает, блять, сука, опять убили в этом же месте. Пидорасы. Ой, блять! Как вас много здесь! Сука! На третьем уровне, да, это третий уровень. Это пиздец. А тут их. Здорово всем в очередной раз. Сегодня мы пополняем список крупнопиксельных игрушек, хоть у нас сегодня и другой жанр. Игра от моего коллеги по цеху, коллеги по разработке, под названием Final Shot. Это у нас уже жанра топ-даун экшен. Значит, это у нас не типа топовый даун, а типа Hotline Miami, кстати. Довольно стильно сделано, да, пиксели крупные, я предупреждал, но это такая стилистика в данном случае. Я тут до второго уровня уже этот билдец прошел. There's so peacefully. У нас заставки, сюжет, очень в короткий срок игра сделан. And call me. I must remember these moments and they will be the last. The last moments when I can call me think. Довольно радужная вообще заставка и текст, заставляющий задуматься. Sensei, I know you wouldn't like what I am about to do, but I can't do otherwise. Ну, прикольно сделано, хоть немного рука-то кривоват, но ничего страшного. I can never forgive them for what they did to you. I won't count of your understanding, Sensei, but the journey would be. Would be my final shot. Вот и раскрытие названия игры. Да, игра, кстати, управляется с геймпада в данной. В моем случае я решил с геймпадом поуправляться. Ну, собственно, довольно стильно, как я уже говорил. Но игра, я уже в курсе, что она очень хардкорная. Это что-то типа, опять же, Hotline Miami, только здесь, наверное, даже немножко посложнее. Вот так она у нас выглядит. Минималистичненько. Но зато. Вот, пожалуйста, меня уже два раза ударили. Сейчас я, конечно, какое-то время буду к ней привыкать, потому что она требует очень крутой реакции. Вот тут аптечечка есть. Как там лечиться-то? О. Кнопку быстро нашел. И все равно я, наверное, даже первый уровень с первого раза это пройти не смогу. Так, ну окей, здесь, наверное, секрет должен быть. К сожалению, конечно, в левой верхней части жизни не сильно хорошо видно. Это связано с такой вот этой виньеткой. Но окей, ладно, я вижу, что у меня две жизни. Плюс мне еще монитора сзади свет бьет. Ну, это уже мои проблемы. Так, нет, тут надо аккуратней. Ёбаный! Да, у них реакция, конечно, мощная у этих чуваков. Но нам можно чуть-чуть заранее бить, чтобы не попадаться под их уже дистанцию атаки. И вот к ней как раз привыкаешь и начинаешь уже немного вклиниваться в сам костяк геймплея. Тут еще будет. Блять. И уровень заново, да, вот в чем хардкорность. Реакция нужна хорошая. Как-то поймать вот эту вот дистанцию и. Да, здоровье у нас стакается в отдельный слот, и мы можем копить эти аптечки. Я не знаю максимальное количество аптечек, конечно. Ну, возможно, сейчас узнаем по мере того, как будем продвигаться по прохождению, надеюсь. Надеюсь, будем вообще. Ебать. Ну чё, давайте, ребята, блядь. Я тут нащупал дистанцию моей атаки. Наконец-то. У меня все получается. Ну. Так, ну. По одному подходи. Нет, они, конечно, не будут меня слушать, потому что, во-первых, они меня не слышат. Во-вторых, схренали. Так. Ага, следующий сегмент аутдурсов. Так, о, бля, кувалда огромная. Но мы тоже ее можем взять. Теперь у нас, наверное, дистанция атаки увеличится значительно. По крайней мере, я на это надеюсь. Так, почему здесь тупик?
Я, по крайней мере, надеялся хотя бы, что здесь что-нибудь, если тупик, то будет, чтобы подобрать. Ладно, окей, тут все с кувалдами. Ну шо, блин. Прям гладиаторские бои устроили. Ёпта. Вот это было, конечно, случайно, по большей мере. Ну, довольно, кстати, удобно вторым стиком управлять, на удивление. Здесь кармашек какой-то. А, бля, здесь, оказывается, еще был один чел. Так, я не знаю, лечиться, не лечиться сейчас. Если я уже должен покинуть этот уровень, скорее всего, где-то здесь выход. Или еще где-то собрать душ, там было написано. А, души я, походу, собрал. Да, кстати, тут стрелочка, что это я туплю-то? Вот он, выход с уровня здесь, в самом углу. Жизни восстанавливают, аптечки пропадают. Значит, у нас все в формате одного уровня сохраняется. Даже оружие. У меня опять нож. Ну, значит, не надо экономить ничего в рамках уровня. Блять! Сука, два раза меня ударил. Все, я пошел за аптечкой. Ну, в общем, довольно уникательные. Уникального в геймплее, конечно, не столько прям, чтоб много, но... Забавно, что как бы здесь core геймплей, он передается непосредственно сразу. То есть это бескомпромиссная игра, каких-то там усложнений нету. Это просто в том-то и дело, что экшен какой-то. Занимаешься, в общем, экшеном. Непрерывным. Правда, аккуратничать тоже надо, вот в данном случае уместно. Так, аптечка сразу используем, потому что хрен там у меня что получится с одной жизнью. Блин, у меня получается. До этого было как-то не очень, вот первая проба, так себе. Так, мы собираем еще души, которые по определенному количеству дадут нам выход с уровня. Оп, прям хорошо у меня получается. Геймпад рулит. Не знаю, как у меня с управлением на клавиатуре и мышке было бы. Кстати, вот враг, которого надо два раза ударить. Помощнее, пожирней. Но мы все равно справились. Значит, складские помещения. Только сказал, что нормально справился с этим чуваком. Тут еще один, кстати. Ну, давай. Вот, блин, уже сложность возрастает, потому что вот по два удара это уже более челленджево, так сказать. Нормально так, с запозданием. Не понял, наверное, сразу, что по нему попало. Collect souls. Окей, здесь, наверное, где-то как раз и спрятана последняя вот душа. Индикатор нам показывают. Все это юзер-френдли. Третий уровень уже у нас на повестке дня. Всего их, по-моему, 20 с лишним. И они будут, судя по всему, усложняться, бля. Ну как, это, конечно, логично для любой игры, что уровни усложняются по мере прохождения. Жалко, ящики не бьются, конечно. Хотя, что там прятать? Опять же, усложнение какое-то для игры. Нам, по факту, надо собирать души, убивать врагов и пользоваться оружием, которое они оставляют, собирать аптечки, чтобы не сдохнуть раньше времени. Оп, тихо. Нормально. Блин, вот только смущают чуваки, которым два раза надо зарядить кувалды по башке. А тут насколько крепкую башку надо иметь, конечно. Такс. Ну, я вроде и к ним стал привыкать. Потом будут чуваки, наверное, которым по три удара надо. Кстати, эти в касках, вот по логике-то, блин, им надо два удара, потому что с первого каска слетает. Но это уже мои фантазии, это как бы... я просто высказываю свой подход, как бы я сделал. Естественно, это не истина в последней инстанции, как бы мне... Мне просто интересно иногда поразмышлять, как бы я, наверное, сделал решение какое-то. Вот в касках чуваки точно по башке, если кувалды получат. Ну, не знаю, чё, какие там шансы на выживание, но с игровой условностью. Я сейчас вот подумал, то, что им надо три удара сделать, например. Или они тоже не самые простые. Но крепкий мужик и лысый оказался. Без каски, даже без волос.
Казалось бы, что его так защищает? Кстати, подобную игру я себе очень хорошо представляю в формате шутера от первого лица. Ну, не шутера в данный момент, в данном случае, а... Вот, а вот кто-то у нас в шутер уже переиграл. Ясненько. О, да ладно, я только про шутер сказал. Очень в тему вышло. Ну вот, пожалуйста, можно и от первого лица подобную игру сделать. Блин, как сложно целиться. Вот на геймпаде целиться для стрельбы не очень, конечно, хорошо. У меня 3 патрона. Но я попал, у меня 1 патрон остался. Было бы нормально, бы намного лучше, если бы я мог подбирать это оружие. Его выкинуть можно, вот то, что у меня есть. Выкинуть оружие можно, да, на другую педаль джойстика. Я педалями называю эти триггеры задние. А почему амуниции-то ноль? Че, все потратил, что ли, враг? Ладно, я возьму кувалду, буду вручную с ними, короче, воевать, потому что они за углами тут стоят. Пока они среагируют, чтобы в меня выстрелить, я уже успею их кокнуть. Так. Ой, блядь, как вас много здесь, сука. Вот если мне заткнуться и играть, у меня получается лучше, кстати. Да ёпта, когда ты успел меня обнаружить, блин, спиной что ли видишь? Ну да, как автор говорил, игра жопу взрывающая или как там называется. Ну, короче, нормально так, просраться дает. Для хардкорчиков самое то. Блять. Ну давай, иди сюда. Иди сюда, я тебе ножичком. Сука. Так, в этом месте у меня что-то не очень получается, когда огнестрел вот появляется в игре. Мне кажется, что он здесь сосет, и поэтому его лучше не использовать часто, особенно с геймпадом. Но вот на дальней дистанции, если тактически подходить, то... можно немножечко заранее... А, кстати, он амуницию-то подбирает. Можно не подбирать оружие. Я что-то на это не обратил внимания. Можно в Splinter Cell поиграть или как-то, какой-нибудь стелс. Пока они меня не видят. Но целиться сложно до второго стика. Это, блин, не шутер от первого лица. Тут надо в градус попасть в нужные 360, получается. Ну что, у нас будет еще эмоута? Блин, я все патроны потратил, и что теперь делать? У меня один... А, у меня есть аптечка, окей. У меня есть аптечка, есть нож, сейчас я его применю. Вот, отлично. Все же не всегда тут эта тактика работает, блядь! Еще одна попытка прохождения с огнестрелом в местных реалиях. Это, кстати, если чё, гвоздомет. Я что-то подумал, что это странный эффект попадания и все такое. А это, оказывается, нейлган. Да и выглядит он, когда вот на земле лежит, как гвоздомет. То есть строительный инвентарь получается. Окей, забавно. Будет незабавно, если я опять здесь проиграю, потому что это уже не первый раз, и как бы приходится заранее весь уровень... О, приходится заново весь уровень проходить. Блин. Может, патронов? Может, патроны где-то есть? С патронами, вернее, гвоздями очень странная история, если честно. Окей, ладно. Нету ни хрена патронов. Сейчас мы вот так вот будем действовать. Вроде как у меня там был индикатор того, что я что-то подобрал, значит, подобрал патроны. Буду называть патронами, бог с ним. Так. У меня есть выбор пользоваться дальше огнестрелом, если можно так назвать это. Либо все-таки переключиться обратно на нож. Было бы неплохо, если бы можно было на лету переключаться, но у меня уже нету гвоздей, поэтому придется проходить просто с
ножом. Блин, эти с кувалдой, конечно, опасные штуки, мужики. Еще один. Блин, реально, вот напряженные моменты есть. Кульминационные, я бы сказал. Вот если правильную дистанцию выбирать. Блин, вот со стреляющими я еще не научился. А так, те, кто рукопашным оружием пользуется, если правильную дистанцию выбирать, то можно нормально выходить. И по тактике отхода. Отхода назад и... Вот, подсекание какого-то. Вот, теперь можно собирать душ. Leave this area. Окей, уже собрали, значит, все то, что надо. Убили всех, все, можем двигаться дальше. Это был третий уровень, он уже дал мне просраться, если честно. Дальше будет лучше, да? Дальше еще будут другие локации, потому что я видел, что фоны во время переключения уровня меняются. И как бы логика того, что они меняются, как бы и подразумевает то, что еще и уровни-то выглядеть по-другому. Вот это вот строительные какие-то помещения, так сказать, может, заводские, хрен его знает. Вообще хрен знает, что это за место. Оно только по общим чертам узнается, вот по аналогии из реальной жизни и все. О. Блин, как я не хочу с ножом против этого мужика идти. Кувалды. Он вроде, кстати, на большей дистанции атакует. У меня уже ХП было экстремально мало. Не ХП, а количество жизней. Это разное. Я хочу дойти до следующей локации, посмотреть, как выглядят уровни другого типа, и на этом закончить. Потому что... Блин, это, конечно, игра не совсем для видео, потому что на видео надо сосредотачивать внимание не только на геймплее, но еще и на том, как это, что говорить и все такое. Оно все мешает. В этой игре вообще лучше молча сидеть и в поту напряженным сидеть. Пытаться преодолеть очередных чуваков, блин, которые в тебя стреляют, а ты с огнестрелом не можешь нормально управляться. И все такое. Лысые с кувалдами, блин. Ну, нормально, нормально, кстати, получается, ничего. Души собираем. Аптечки собираем. Желательно еще не нарваться на кого-нибудь. Что тут такое валяется? Что-то новое мы видим из игрового контента. Да ё-моё, блин, гвоздометчики хреновы. И мне интересно, что это такое. Блин, два мужика. Ну что? Затупили чутка. Ну ладно. А, это куча амуниции для этого. Ну ладно. Мне она не нужна, наверное. Надеюсь. Так, здесь ничего не спрятано. В зеленой местности. Так, ну с этими еще... О, ладно, с этими вот и... Нет, еще и не очень все легко. Ну, а с обычными чуваками, которым по одному удару, то ладно, все окей. Да, я прям их научился щелкать, как семечки. Так, тут душа была спрятана. Прям не видно из-за этой виньетки, конечно, много чего. Информативность теряется немного. Но по сути прохождение продвигается, поэтому не думаю, что это прям мне сильно мешает. Где я еще не побывал, кого я еще не убил кувалдой? А
Ага, нашел склад, на котором я не побывал еще. Блин, как много этих патронов. 39 штук, ё-моё, если стреляй не хочу, сейчас будем стрелять, значит. Да ну нафиг, у них это неинтересно, так интересней. Да и у меня лучше получается, может быть у кого-то другой стиль игры и у него лучше сложится реально с этими, с гвоздометами. Может там дальше пулеметы вообще какие-нибудь будут, я не знаю, автоматы, там базука. Хрен знает, интересно будет пройти, посмотреть. Так, уже 5-й уровень. Сразу же кувалду подбираем, она пока больше всего мне понравилась. Она длинная вроде как, воспринимается, как будто ты размах больше имеешь и увереннее как-то действуешь. Возможно, и по характеристикам также, но я не могу сказать, блин, вот только сказал про то, что себя увереннее чувствуешь, так мне надавали по щам. А, стенку бы разбить кувалдой. Это кирпичное это. Я хочу посмотреть следующую локацию. Пока еще это та же локация. А, блять! Видимо, не посмотрю. Сейчас градус сложности именно на этом уровне настолько высокий станет, что даже третий покажется ерундой. И чтобы дойти до следующей локации, мне не на видео надо будет проходить, а более сосредоточенно уже сидеть один на один с игрой. Так, а это что я подбираю? Это что, бронежилет, что ли? Да фиг знает. Не буду вникать. Но какой-то предмет, в общем. Скорее всего, юзабельный, потому что не юзабельных предметов нет, как бы. Ну, разве что гвоздомет мне не понравился. Так, давай. Тактику, тактику используем. Ах, ё-моё, не действует моя тактика. Пропустил ударчик. Так. Тут уже комбинируются и с нейлганами. Чуваки с кувалдами, так вообще все, которые были, я так понимаю. Сейчас прям вот критический момент был. Могло бы не хватить мне времени интервала и отхождения в этот угол, чтобы ударить по башке мужику. Ой, опять склады, опять эти стрелки. А здесь тупик. Ай, блин! Сразу двое на одного. Хотя это нормально для этой игры, мы уже много раз видели. Так, душу нашел. Сейчас. О, с одного удара. А, может быть я под... Блядство, сука, только отвлекся. Не нахуй. У меня пердака не хватит прочности. Вот такая вот ультрасложная игра. Final Shot. Ну, мне понравилось на самом деле, потому что, во-первых, да, это похоже на Hotline Miami, но играется она по-другому. Надо искать методы, как эффективнее отойти и... Ну, первому ударить. Именно подсечь момент. Короче, чем-то даже на рыбалку похоже. Только на рыбалке такого облома не испытываешь, когда тебя убивают. В общем, такая вот игрушка интересная. Всем спасибо за внимание. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, кто не подписан. Лайки и все прочее. Там просьбы обычных вот этих вот. Ну да, вот. Всем пока.